Конкурс «Твой проект» – это уникальная возможность для каждого жителя Приморского края сделать свой населенный пункт еще красивее, комфортнее и современнее. Нужно лишь рассказать о своей идее и заручиться поддержкой земляков. И результат не заставит себя ждать. Так, в этом году в Хасанском округе будут благоустроены две территории – пешеходная зона в Славянке и новая детская площадка на Хасане. В Славянке реализация проекта уже началась. К работам уже приступили, подрядчик работает хорошо. Я думаю, что все жители могут посмотреть, понаблюдать. Я думаю, что будет комфортно для людей. Ну, такая уникальная немножко дорожка. С этой стороны, мимо музея, я думаю, она будет востребована. Подрядчиком выступает местный предприниматель Денис Бондарь. К работам приступили с 20 апреля. За это время специалисты произвели земельные работы, отсыпали дорожку щебнем, установили бордюрные камни и заасфальтировали тротуар. В ближайшее время рабочие установят новые фонари, лавочки и урны. Кроме того, планируется провести и озеленение территории. Стоит отметить, что это пешеходная дорожка, и там будут установлены ограничители, чтобы машины не могли проезжать по тротуару. Что касается заезда спецтехники, то к Олимпу есть несколько подъездных путей, в том числе и для пожарной машины. За ходом работ следят общественные наблюдатели и автор проекта, депутат Думы округа Александр Яровой. Как отмечает Александр Викторович, инициатива провести благоустройство пешеходной зоны к Олимпу принадлежит именно местным жителям. Данная дорожка имела большую популярность, так как дети, которые проживают по улице Героев Хасана 1, 3, Ленинская, также Блюхера и в том числе Молодежная, они все идут через этот участок. Данный участок не освещен, плохое состояние покрытия и для детей небезопасно. Поэтому сразу же начали поступать обращения от жителей, в том числе и в рамках наказа избирательной кампании. Также они продолжились и в устной, и в письменной форме. Предложить идею – это только первый шаг. Второй, пожалуй, самый основной – это объединиться и поддержать проект. И жителям Славянки это удалось. После напряженных дней голосования в конкурсе «Твой проект» пешеходная дорожка набрала необходимое количество голосов. Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить их. Без их участия мы бы не начали данную процедуру строительства этой пешеходной зоны. Благодаря именно вот таким конкурсам, проектам, жителям необходимо как можно больше и активнее участвовать. Это наш шанс привлечь дополнительное финансирование в наш округ, благоустроить те территории, которые не задействованы. На реализацию проекта из бюджета Приморского края было выделено 3 миллиона рублей. По планам подрядчика работы по благоустройству завершатся до конца мая. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.